В результате ДТП в Балашове погибли мама и ее двухлетняя дочь. За жизнь еще одного ребенка сейчас борются врачи. И вот сегодня выяснились новые обстоятельства. Оказалось, водитель, сбивший семью, был не только пьян, но и не имел водительских прав. О том, что пьяных за рулем с каждым днем все больше, признают и инспекторы ГАИ. Статистика такова. За первые три месяца 2015 года на территории Саратовской области сотрудниками ГАИ было задержано около 3000 нетрезвых водителей. По их вине количество ДТП за первый квартал текущего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,3%. Не помогают ни профилактика, ни наказание. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, сотрудники ГАИ решили больше привлекать к своей работе общественников. Последние помочь не против, причем на добровольной основе. У них очень много подписчиков, у них очень много членов их организации. Задача простая – наладить взаимодействие, живое, тесное, для того, что они нам оказывали в своей деятельности помощь в выявлении таких лиц, которые управляют автомобиль в нетрезвом состоянии, для того, чтобы мы могли оперативно принять меры и предупредить дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого человека, нетрезвого водителя. Вот это сегодня самая главная задача.